Здравствуйте, друзья. Пользуясь моментом, что есть свет, я таки сделаю ту вот подставку, которая балансирует для бутылок с вином. Значит, насобирательный генератор у меня не получилось. Ну, я понимаю, что в таком положении, как я, сейчас, наверное, весь наш народ. Ну, как бы без претензий. Тем троим человекам, кто откликнулся, спасибо. Ваши деньги потрачу на что-нибудь для цеха. Ну, клей куплю, как минимум. Ладно, дело, разговор не об этом. Значит, вы помните, что я делал эти подставки. Одна у меня, значит, вот такая вот. Я не знаю, я ее оставляю. Пока что у меня в ней вот таким образом хранится клей. Он хранится, балансирует. И как бы постоянно готов, потому что когда бутылка стоит так, клей стекает вниз, и его надо потом вытрушивать, выдавливать, а так он ближе к носику. Так же самое я сделаю подставку, чтобы хранить пурклей. По вашим комментариям мне дали пару советов, что его вообще хранить надо вверх ногами. Тогда он не густеет и лучше сохраняется. Так что двойное применение. Можно хранить вино, можно хранить коньяк, да, тоже два. Не, я шучу. Можно хранить клей в классном положении. Ну, мало того, вообще эффектно смотрится. А сегодня я, дай бог, чтобы свет был, сделаю ту самую подставку, которая в виде грифа на гитару. Я взял кусочек ясеня, такой вот красивый. Значит, ясень на грифах гитарах применяется. Я видел красивый Fender, по-моему, он назывался Fender Jazz Bass. Вот так вот. У него был корпус ясеневый и гриф был ясеневый. Так что это бывает. Значит, угол у меня определен, это 43 градуса. Пилить я буду в таком положении, с перевернутой ножовкой. Я смотрю, у меня получится тут две подставки. Одна пойдет заказчику, а другая, скорее всего, не знаю, может, разыграю среди вас. Сейчас мы отпилим ее. Где-то вот так вот по центру. Ну и нарисуем сам гриф. Нарисовал примерно вот так вот. Значит, не знаю, хорошо ли вам видно. Я сейчас выпилю, будет точно хорошо видно. Пилить буду на ленточке. А даю прийти. Заготовку, чтобы не было эксцессов, потому что я уже рассказывал, дрель реально мощная.
вот, уже на гриф похоже. Сейчас таким вот образом обработаем то, что возможно тут, а дальше руками. То, что я мог, обработал танчиком, а эту часть уже применю стружок. Тут должен быть радиус неправильный. Ну, лучше, чем стружок, я ничего не могу придумать. Как-то так, уже прямо хочется играть. Ну, сейчас еще легенький радиус сниму здесь, ну и поставим лады. Лады будут настоящие. Там, где вообще ничем не достать, мы это сделаем в рукопашную стамесочкой. Потихонечку подберем свои радиусочки. Таким вот образом потихонечку. Все. Дальше мы наждачной бумагой все это выровняем. Будет настоящая гитара. Ну, настоящие тут будут лады. Лады мне достались по наследству еще с пианиной фабрики. Так что не случайно родилась мысль. Так, это мы уже, наверное, призерочком подберем потихонечку. Да. Все, сейчас поставлю маленькую призу, троечку, и обкатаю.
можно по кругу его? Вот таким вот образом, потихонечку, все это дело ровняем. Сейчас пропилим под лады, вставим лады и будет вообще похоже. Взял вот такую вот пилочку. Это старая английская пилка, но зубы у нее уже перерезаны тем самым дядей Васей. Значит, почему ее распил, очень четко попадает с толщиной вот этого самого лада. Вот так вот он выглядит. Он такой имеет букву Т в разрезе, и тут имеет насечку, чтобы оно лучше держалось там. Ну, это настоящий лад. Ради такого дела пожертвую. Сейчас отрежем их по размеру и забьем молоточком. Я их легенько почистил. И сейчас по направлению движения насечек я их потихонечку вот таким образом, начиная с краешку. Сейчас мы найдем место для захода. Все, и таким образом мы их сейчас... Все лишнее подрежем и прямо вот струны натягивая и вперед. Я вытащил с красного дерева такие вот заготовочки. Я их сейчас распилю, и это будут такие вот колки тут, но чтобы было похоже на настоящее.
завершающий штрих. Вот так вот. Ну чем не гитара? Гитара. Ну, ребята, завершающий штрих. Сейчас мы остатками масла воска намажем. Ну и будет, я думаю, проявится вся красотища. Ну, сразу красное дерево стало красным. Сейчас немножко прохладно, конечно. И не очень хорошо масловод ложится, но ничего. Подогреем это дело. Поставим возле печки, оно согреется, пропитается. Ну какой контраст, да, сразу? Сразу все появилось, вся красота и повылазила. Все-таки дерево это сила. Тем более красивое, когда дерево, так оно вообще сказка. Основная магия. Но с настоящими ладами, я вам хочу сказать, она действительно смотрится как настоящая. Хотя, если честно, мне колки нравятся еще больше. Они получились прямо, ну, настоящие, что ли. У них есть радиус и этот внутренний. Ну, прикольно, мне нравится. Как подарок, я думаю, будет тоже то, что надо. Ну вот, вот такая вот красота. Ну что, ребята, на этом все. Пишите, понравилась вам такая подделка или нет. Мне очень интересно ваше мнение. Ну, на этом все. До свидания. До новых встреч. Увидимся.